проваливаться никуда, ровно подтянуться и колени, запястья вниз, колени раскрываем в сторону. Три, назад, плечо и правое, раз, и два, пятку вниз, за себя ножки держите, еще раз, пяточку вниз, два, стопа сильнее натянутая, три. Теперь мы расставим. Два, собрали, сделали. Сняли.
раз пяточку вперед, не перекрещивать ноги. Перекрестила Редечкина, не на два такта надо. Раз, два, три, четыре, вдох. И в сторону ножку три, разверните ногу от бедра, стопа. И раз, глубже садимся, над косточкой нога. И три, уже четыре. И не перекрещивайте ноги. Корпус вперед подай. И у вас на косточке не полные ноги по полу. Раз, от колена. От колена сюда ваши ноги. Легко подвинуться. И за себя ногу. И глубже пяточку прижать, глубже. Бедра не переташивайте вдаль нога. И от колена нога пошла, колено, колено одно и второе, и от бедра бок держать, и раз. Подняла ногу за себя и
наш педагог, встаньте, так, это хозяйка камеры Наталья, да, когда Анастасия Валерьевна, так, это девчата, Света, Света, так, так, Оксана, Ольга, Наташка, Маринка, Ромка. Запомнили, да? Танцевали свою партию. Катя. Видишь, Рек, пошли стрелочки, это значит запись идет. Все. Все, стрелочки. Наталюшка, привет тебе на память, потому что я сегодня снимаю, меня никто не видел. Ой, все, привет. Привет. Так, Лена. Так, Анечка. Так, это наш аккордеонист. Так, это Вика Редичкина. Так, это Наташка. Наташка. Наташка.